преддверии Песоха в Израиле ожидается дефицит яиц. На Украине, которая является крупнейшим в мире экспортером, из-за военных действий закрываются птицефабрики. А в минувшие выходные из-за забастовки дальнобойщиков, которая прошла на фоне роста цен на топливо, начались перебои с поставками из Испании. Ранее Минздрав удовлетворил просьбу Минсельхоза о продлении сроков хранения импортных яиц, учитывая ситуацию в Европе и прекращение импорта из Украины. Это сделано для того, чтобы предотвратить дефицит на Песах и позволить импортерам ввозить товары раньше.